Вчера вечером на Ближнем хуторе полыхал сильный пожар. Дым был хорошо виден из разных районов Тирасполя. На Кировском падали вот такие крупные хлопья пепла. Это горел камыш и сухая трава вдоль ручья Светлый. В эпицентре пожара пламя в высоту достигало 6-7 метров. Огонь мог перекинуться на дома. На место приехали пожарные. 4 расчета работали больше 3 часов. Огонь удалось погасить к 9 часам вечера, когда уже стемнело. Скорее всего, пожар начался из-за брошенного окурка.